Сразу вопрос. Фонд «Культура и жизнь», так называется он, фонд социальных и творческих инициатив. Как я ранее отметила, этот фонд не занимается больными, косыми, кривыми, прости Боже, детьми. Я к тому, что мы именно социальные и творческие инициативы. Много других замечательных организаций, особенно если взять вот в разрезе всей России, которые занимаются реабилитацией больных детей. У нас идея, он был создан мной на вот таких, знаете, в таком юношеском максимализме года 4,5 назад. Потом обнаружив, что у меня нет команды, которая занималась бы этим фондом, я его заморозила, зарегистрировала, была у министра культуры, была у Хлопонин тогда еще был по ЮФО, и у Хлопонина была, везде была. И идея была в том, чтобы под эгидой фонда проводить фестиваль.